Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярикс, и сегодня у нас вышло новое обновление в Вояж 4, добавили кучу всего интересного. Пока я делаю обзор, не забывайте подписываться на мой канал, как вы знаете, моя цель 5000 подписчиков, давайте попробуем добить до лета. Ну а мы начинаем. Итак, короче, у нас добавили два новых авто, это именно Audi, да, я ее, но это мы потом, и еще добавили Sky. Вот Nissan Skyline такой классный, но он, к сожалению, за донат. Поэтому обзор сейчас я не смогу на него сделать. Но если хотите видос, как быстро накопить, короче, на платные тачки, то ставьте лайки. Так, у нас на сегодняшний на обзор Audi A5. Вот так она просто красиво выглядит, просто вообще пушка-гонка. Также у нас обновили университетскую площадь. А, да, давайте прокатимся по ней и заодно, может, затестим, короче, аудюху. Так, вот такой у нас, короче, университетская площадь, она расширилась, это уже сразу видно. Также у нас добавили зачем-то сюда дорогу, жалко, что она закрыта. Также вдали у нас видно Москва Сити. Я думаю, вы тоже видите, очень классно. Я думаю, в будущем бы разработчик бы... Я бы ему советовал сделать Москву-Сити. Очень классно. Да. Короче, вот так она выглядит спереди. Кстати, стоковый такой зеленый цвет очень ей идет. Я даже не стал менять диски. Да. Но она, не знаю, не сильно валит. Это я потом вам покажу. Да. Кстати, физика очень странная. Я когда заезжаю на бордюр, меня переворачивает или тормозит. Так, кстати, у нас тут сделали специальную зону драг-рейсинга. Это реально классно. Кстати, давайте соберем звездочки. Они нужны для новых автомобилей. Чем больше их будет, ну, тем больше машин будет. Так, и, кстати, на них еще нужно тюнить. Если хотите, как быстро заработать на супер-быструю тачку, я сделаю про это ролик. Так что ждите. Давайте соберем 50 лайков. Я буду очень благодарен. Тем временем мы подъезжаем к МГУ, кто не знает, это Московский государственный университет имени Ломоносова, кстати. Вот так он выглядит, очень красиво, такой масштабный, большой, громадный, блин, университет. Гордость Москвы одна. Также вот там вдалеке, опять же, Москва-Сити. Так. Поднимаемся мы, кстати, здесь можно подняться, ну, прикольно. Так, Москва-Сити то пропадает, то исчезает. Вот так он оптимизирован. Короче, какие-то колонны рядом стоят. И какие-то памятники. Кстати, тут добавили специальный трамплин, где можно заехать. Это тоже реально прикольно. Так, давайте заезжаем. Ой, одна из моих, кстати, любимых карт. Мне еще нравится Кремль. И еще очень нравится Крымский мост, а также Сочи. Ну, аэродром, он реально вообще топчик был. Так, какой тут красивый вид, просто посмотрите. Ну, правда, тут парк, а сзади, короче, здание. Ну, все равно прикольно, реально. Кстати, у нас добавили бесплатную он все время был за рекламу, а если ты отключаешь интернет, то он не работает. Но, слава богу, это починили, потому что реально бесило. Так, давайте прокачиваемся по пешеходной тропинке, все равно или нет. Также, ну да, конечно, не люблю я управлять акселерометром, или как он называется. Мне больше нравятся стрелки или руль. Ну ладно. Также у нас тут добавили фонтан, смотрите, в нем можно утонуть, но смысл вот этого трамплина я не понимаю, все равно утонешь и не доедешь. Вот видите, встал. Кстати, напишите в комментариях, как вам обнова, будет интересно почитать. Так, ну и давайте на завершение сгоняем гонку и заодно проверим максималочку. Сегодня у нас 31-й, это BMW X5 и Vesta, вроде, если мне не ошибает память. Ну, она... Конечно же, чипированные, а X5 у нас, скорее всего, тоже. А я, короче, стоковый. Ну, 180 едет, 200, наверное, поедет, точно стоп. Блин, бесит этот фиолетовый, конечно. Ну да, ребят, мы как каким-то чудом обогнали X5. На этом я буду заканчивать. Если вам понравилась обнова, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Как вы знаете, моя цель 5000 подписчиков. Всем удачи, ребят, и всем пока!